Автомобиль, конечно, не роскошь, а средство передвижения. Однако для некоторых он нечто большее. В Иванове стартовал третий этап фестиваля ДОСААФ России по автомногоборью. В умении виртуозно управлять железным конем сражаются мастера вождения из 5 регионов Центрального федерального округа. Приехали к нам представители Смоленска, Ярославля, Владимира, Орла. 20 участников. Команда состоит из 4 человек. Двое мужчин, женщина и юниор. Ивановская область представляет команда Шуйского ДОСААФ. В минувшие выходные в напряженной борьбе они завоевали возможность защищать честь своего региона. Так, готов? Да, готов. Готов. 5, 4, 3, 2, 1. Трасса состоит из нескольких упражнений. Сначала параллельная парковка. Затем крест и змейка. Ее водитель должен одинаково точно преодолевать как передним, так и задним ходом. Дальше колея, пеньки, бокс и самое интересное – эстафета. Обруч необходимо снять со стойки и, сделав круг, вернуть на место. Новичку на этой трассе определенно пришлось бы не сладко. А для профессионалов ничего сложного. Трасса отличная. Че, асфальт хороший, нормально. Сложные? Ну, просто... Немного, да. Где-то есть посложнее, где-то это. В принципе, достаточно только водительского удостоверения и немного желания. Все будет получаться. Судьи оценивали не только точность выполнения элементов, но и время, за которое водители справлялись с полосой препятствий. Ведь истинный мастер своего дела чувствует автомобиль на любой скорости. По итогам соревнований ивановцам досталось золото в командном зачете. Впереди у наших водителей-профессионалов всероссийские соревнования. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.